Работы на Красноармейском уже вовсю идут. Подрядчики трудятся тремя бригадами с 8 утра до 10 вечера. Планируют менять ливневку на этом участке. Поэтому пришлось перекрыть часть проспекта от Папанинцев до Песчаной в сторону площади Спартака. По данным городского комитета по дорожному хозяйству, накануне 1 июля в этом районе были пробки. Видимо, не все автомобилисты оказались в курсе проведения ремонтных работ. Днем и к вечеру ситуация стабилизировалась. Транспортные потоки распределились. Соответственно, здесь просьба и уже обращение к жителям, к водителям нашего города, чтобы быть более внимательными, помнить о данном ограничении и заранее планировать свои маршруты движения уже с учетом объездных магистралей. А вот пассажирам общественного транспорта свои маршруты менять не придется. Были расширены переезды, это в районе Крупской и в районе Чкалова переезд. Соответственно, автобусы у нас как большие, так и малые, спокойно движутся по встречной полосе и через переезды уже возвращаются на свой маршрут, так скажем. Как сообщил представитель мэрии, таким образом автомобили и автобусы будут двигаться до 4 августа, а с 5 по 25 августа движение ограничат на другой, четной стороне проспекта Красноармейского. Татьяна Голубева, День с толком.